какой-то громкий звучок. Рафик 10. Чё-то как-то не слышно, не вполне. Чё-то как-то... О, вот так вот получше. Я бы сделал ещё потише. Ну, не могу. Вот так. Чё-то как-то размыто всё как-то. Не помню. Как-то тут не помню. Дисплей. Не тут. Как разрешение поменять? Непонятно. Ну ладно. Поделаем. Принять. Не помню, а нахрена? Нахрена? Как тёчка? Не помню. А чё размыто? Чё-то не видно. А, чё-то глаза как-то плохо. Не помню. У меня игрушка вылетела. Рафик 10. Игрушка мне уже устает. Звук опять убавить надо. Не сохранил. Не помню. Не знаю. Быстрый код. Тянуться. Чё-то не помню. Что значит тянуться? Первый раз слышу вообще. Тянуться. Mazda Miata MX-5. Не помню. Это машина что-то такая. Хорошо. Не нравится. График не нравится. Не помню. Как делать? График. Манипулят. Как у меня? О! Нет, это не то, чё. О! Вот, график. График, только не график. Как график, только не график. Не помню. О! Засверкал. Не помню. Ух ты! Не помню, это... Ничего. Фар! Ух ты! Первый раз вижу вообще. Музыку потише сделай. Ну-ка, не могу. Не помню. Тебе занос. Дольче, не у. Автомат. Трасса заносов 2. Поехали. Что? Не по, опять вылетел. Как кажется, запустил гонку. Я уже не разобраюсь. Татьяна моя. Ого! Она едет. Ого! Не пол, а как ехать? Не помню. О, ничего себе. Первый раз вижу такое вообще. А как я эту занос бросил? Ничего себе. Вот это да. Ничего себе. Не помню. А как так? Почему занос? О, ничего себе. Не помню. Ну ладно, буду учиться. Не понял.